Я приглашаю в студию Дмитрия Суховиенко. Дмитрий – киевский пианист, который живет в Бельгии. Здравствуйте. Известный скрипач или дирижер Ягуди Минухин дал ему стипендию, да, для учебы в Швейцарии. В итоге он выиграл конкурс и в Италии, и в Германии. Он единственный пианист, который дал сольный концерт в Европейском парламенте. А 27 апреля, это уже анонс, у него концерт в Украине, в Киевской национальной филармонии. В этом году отмечается 200-летие со дня рождения Франца Листа, к юбилею венгерского композитора. Дмитрий подготовил сонату и все 12 этюдов, этюдов трансцендентного исполнения. В мире существует только несколько пианистов, да? Правда? Да, которые играют эти этюды. Дмитрий один из них. Итак, сейчас мы услышим этюд номер 10 в фа миноре.